От имени жителей Львовской области примите искреннее заверение в дружбе и глубоком уважении. Мы, единый народ, хотим жить во взаимосогласии, мире и справедливости. Украинцы, кому бы они не принадлежали, будучи жителями Крыма или Львова, имеют право на свободу передвижения, предпринимательство и гарантии безопасности со стороны государства. То, что сегодня происходит в Крыму, это уже не просто результат искусственной многолетней вражды, которую расширяют между нами. Мы надеемся, вы понимаете, вторжение войск России на самом деле разорит и без того небогатое население полуострова, сделает бедняками вас, живущих от лета к лету. Ничем не обоснованное вооруженное нападение поставит точку на многолетних усилиях тех, кто открывает отели, рестораны, экскурсионные бюро. Все пойдет прахом. Мы, ваши львовские собратья, не хотим этого. Мы любим Крым, и, как и вы, не хотим, чтобы он из курортной зоны превратился в горячую точку. Для большинства украинцев, где вы не жили, в Симферополе или в Рускоце, Россия, хотя большая Крым из близлежащей страны, пусть даже полярный политически, превратится в анального оккупанта. Большинство украинцев Западной Украины никогда не были сторонниками обострения межнациональной ситуации. Крым – это часть Великой Украины, где имеет право жить, мирно работать бок о бок, расти детей в совместных семьях и русские, и крымские татары, и украинцы Запада и Востока. Наши двери для вас всегда были и будут открыты. Мы не хотим проститься с Крымом только потому, что президенту соседней страны это выгодно. Мы хотим быть вместе. Мы верим в вас, в вашу мудрость, в ваш характер и вашу смелость заявить о себе. Сегодня нам, как никогда, нужны сплоченность и единство. В единстве наша сила. Пусть живет и процветает Крым!